Два карандаша и ластик стоят столько же, сколько один карандаш и четыре ластика. Во сколько раз карандаш дороже ластика? Повторяю. Два карандаша и ластик. Два карандаша и ластик стоят столько же, сколько один карандаш и четыре ластика. Во сколько раз карандаш дороже ластика? Да. Давай, давай, выходи, Дастя. Ты пойми, что ты виден, ты виден здесь, а вот там виден только твой локоть. Это надо учитывать. Значит, один карандаш и четыре ластика. Значит, один ластик увеличится в четыре раза. И еще мы увеличиваем это число в 4, ой, в 2 раза, получается 8. Не, а зачем вы на меня смотрите? Так, хорошо, и что? Ответ 8 раз. Ну, 8 раз. Ответ 8 раз. Отлично, садитесь. Ответ неверен. Следующий. Нет, господа родители, вот именно это не нужно. Вот именно это и не нужно. Вот именно это-то и заставляет детей многие годы бесполезно учиться. Потому что, когда они все время оглядываются на вас, когда они все время ждут одобрения, да, вот как он сегодня сейчас вышел, ему страшно интересно, его похвалят или не похвалят. Да? Именно это-то и запрещает любую математику. Потому что математика – это там, где человек думает сам и приходит сам к каким-то выводам. Когда человек все время смотрит, ожидает, понимаете, это председатель избирательной комиссии, он должен смотреть, сколько там надо нарисовать, да? Вот это нормально. А в математике наука честная. В математике всякие вот эти вот подтасовочки, они не работают. Хорошо. Нужно действительно дать возможность вам больше. Стоимость карандаша одного ластика равна стоимости одного карандаша, 4 ластика. Стоимость одного ластика и одного ластика. Да. Одинаково. Да, конечно. Мы можем это забыть. Остается. О, молодец. Один карандаш. Услышь, это очень важное слово. Мы можем их забыть. Что значит забыть? Ну, это значит вот прямо так взять. Записи.